попались нам люди там с большой собакой, да, пропустили нас. Да, благодарность им. Мы еще внизу, стой! Мы еще внизу, а они уже тут наверху, они увидели нас, да, и клещ весь присутствует, бачите. Да, пошли. Вот тут они и в грязюке заляпались, не поймешь, че то клещи, че то грязюка. Да, ну, дошли, не могу я, что это, без людей не получается. Да, ну, ось дома, ось поселок, да, ну, то есть... это можно сказать, что пригород, но все равно. Да, без людей никуда.